Анонс и точная дата выхода 33-й серии турецкого сериала «Сердечная рана». 33-я серия сериала выйдет в эфир 28 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Яман стал свидетелем конфликта между Ханде, а задая его мамой. Он стал заставлять Ханде, чтобы она извинилась перед его матерью. Яман больше не может терпеть выхода к Ханде. Он позвонил ее отцу и сказал забрать свою дочь. Он сказал Ханде о том, что между ними все закончилось. Она должна убраться из этого особняка. Но Ханде напомнила Яману, как он рассказывал ей про свою любовь и что жить без нее не может. Получается, что все эти слова были самой обычной ложью. Ханде пообещала всем, что она отомстит каждому по очереди, кто причинил ей боль. И это дело так просто не закончится. Ферит и Айше проводят вместе время. И постепенно к ней начинает возвращаться память. Когда они возвращались домой, то на пути у Ферита и Айше появилась Ханде, в руках которой был пистолет. Она собиралась убить Айше. Яман оказался рядом и, подоспев вовремя, прикрыл Айше своим телом от пули. Ханде очень сожалеет о своем поступке и просит Ямана не умирать. Но и Ферит не готов сейчас потерять Ямана, ведь они только воссоединились. Айше говорит о том, что Ямана нужно срочно отвезти в больницу, иначе они не успеют его спасти. Но вскоре приходит трагическая новость о том, что Яман умер. Ханде не может себе этого простить. Айше сказала всем о том, что Аднана убила Ферайе. Напомним, 33-я серия сериала выйдет в эфир 28 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.